Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вышел новый клип и трек «Френдзоны». Ну, может быть, трек не новый, не знаю, но знаю, что клип новый. «Френдзона» называется «Девственница». Я что-то как-то, знаете, к этой френдзоне отношусь с небольшим опасением, потому что она такая, знаете, совсем-совсем детская, и я ее не так сильно воспринимаю. Вот, потому что как бы информация подается детским каким-то языком. Вот. Но с другой стороны, вот уже несколько я послушала, может быть, мне, конечно, не понять, потому что я уже большая девочка. Вот, но вот эта френдзона, мне кажется, она пытается молодежи, вот самым таким вот как раз подрастающему поколению, преподносить какие-то явления в обществе, которые, ну, они, в общем-то, достаточно порицаемые обществом, и они вот их пытаются как бы преподнести и объяснить, что так делать не надо. Вот лично мое такое мнение именно про эту группу. Вот, вот девственница что-то как-то тоже настораживает. Ну, давайте посмотрим. Это с прошлого клипа, да, судя по всему? Все мои малышки, молодые обритые, но ты свежее, ты пахнешь эвкалиптом. Нет татуировок, не сделан первый пирсинг. Все предметы в школе она знает отлично. Мне нужно действие. Вот знаете, когда-то давным-давно, когда мне было лет 18, и ехала я в метро, и там, значит, парочка стояла и целовалась. И я думала, ух ты, круто, вот бы и я так хочу. А потом, а сейчас мне немножко это уже не нравится. Ну что значит возраст? Мне нужна девственница. Ты так непорочна, имидж безупречный. Вокруг столько девчонок, мне они неинтересны. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Весь ее дневник на клейках, замечаний нету в нем. И привыкла каждый день. Это вот как не надо делать, да? Вот оно идет вся, прям просто. Воровать нельзя, курить нельзя, пить нельзя. Придет после них домой. Ее комната в плакатах, кровать в мягких игрушках. В шкафу все полки в грамотах, наградах и куб... Вот нарываются, вот понимаете, вот прям вот идет такой вот... По карману остальные. Все пороки общества. Но ты свежее, ты пахнешь эвкалиптом. Нет татуировок, не сделан первый пирсинг. Все предметы в школе, она знает. Это, вы знаете, бумеранг. Взял что-нибудь не то и потерял. Ну, взял чужое и потерял. Вот это вот закон бумеранга сработал. Отлично, мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Ты так не пора. Ничего, сходит, еще возьмет, правда? Вокруг столько девчонок, мне они неинтересны. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Хочу, как все девчонки, не париться с учебой, прогуливать уроки, целовать парней за школой. Моя мама думает, я очень чистоплотна, но души не расскажет, почему я моюсь долго. Плакат с Иваном Дорном, я ненавижу Дорна. Пока папа на работе, я втайне смотрю порно. Мои мягкие игрушки знают обо мне так много. Они в шоке, но для всех я не дотрога. Она, наверное, ему хотела стать его, в общем, преклонялась его творчеству, а он показался с другой стороны, да, судя по всему. Вот это вот тут так читается. О, девчонки напились, накурились. Я надеюсь, что в нашем обществе не настолько все явно, а все-таки немножко тут на показ все в одну кучку.
порочно, имидж безупречный. Вокруг столько девчонок, мне они не интересны. Мне нужна девственница, мне нужна девственница, мне нужна девственница. А нету их, да, вон они все закончились. И вот чувствовать через эту всю грязь пролазят и возвращаются вот в нормальных отношениях. Пока я тут слушала, знаете, меня пугает обычно, ну, как бы я понимаю, что у нас в культуре все надо показать самое негативное. Вы мне уже это объясняли, я это как бы уже более-менее воспринимаю. Вот, поэтому тут вот такое нагромождение негатива от того, что в жизни происходит в нашей современной, да, и я не знаю, как современной молодежи выбраться из этого негатива, чтобы остаться человеком и не упасть вот в этот ведь в разврат, хаос, бандитизм, воровство, в пьянку, в общем, все. Тут вот это как-то очень много всего было, но, может быть, это вот специально, чтобы так люди задумались, да. Вот. А что мне тут понравилось? Вот мне понравился, ну вот, конечно, вот этого было много, но в принципе это понятно. А вот мне вот понравился сюжет того, что вот как бы вот он своровал, да, вот этот диск, а потом у него принцип бумеранга, и у него его сломали, вот. А потом так вот хорошая точка заключительная, что он ее все-таки нашел, вот этот вот диск, и, в общем-то, как бы то, что он хотел, он получил. За то, что он приличный мальчик, да, он там не остался, если бы он там остался со всеми, с теми, с кем он там курил, пил и так далее и тому подобное, то, возможно, он бы не получил того, чего он получил все-таки в конце. Вот. А что касается по музыке, ну, может быть, даже френдзона, не знаю, может, он чуть-чуть растет. Как-то я в этот раз я услышала вот мальчика. Мальчик мне больше нравился, чем девочка. Как-то пела. Вот мужской голос был помягче, как-то так поинтересней. А когда женский вошел, он был такой на диссонансе немножко. Вот, раньше как-то этого не слышала, а тут как-то она такая. Они мешали друг другу. Вот, не были одним целым. Ну, не знаю, может быть, это такая задумка. Вот. А в принципе, друзья мои, ну как бы посмотрели, задумались и понимаете, что главное это чувства и отношения, а не то, что вот, может быть, каждому надо переболеть и попытаться выйти, кто-то выплывет из этого дерьма, извините меня, а кто-то там и останется. Вот у каждого свое. Поэтому желаю вам всем выплыть и быть счастливыми в нормальных отношениях без вот того чего, что вот в этом клипе нам показали. Всем пока!